Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно подобного рода видео, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. В одном из влогов недавно я показывала, что раскрашиваю в фантастических существах, пораскрашивала на камеру, но не доделала и обещала показать потом. В общем-то, ничего такого особенного, вот так вот получилось. Раскрашивала фломастерами, сначала брашпенами, а потом фломастерами каждый день, которые... Ну, вроде бы так, насколько я помню. Да, точно. Ну вот, дораскрашивала пока, ждала, видео смонтируется там, загрузится. Потом я отсматривала, как видео получилось. Ну и вот раскрасила здесь буквально совсем чуть-чуть, нужно было доделать. И потом я взяла принцессы, волшебницы и феи раскраску. И начала раскрашивать. В общем, пока смотрела видео, довольно-таки быстро все, ну, вот это раскрасила. Так что осталось тут совсем чуть-чуть. Это я уже на камеру пораскрашиваю. Сейчас вот, например, зеленый возьму, коричневый. Коричневых тут сколько? Один или два цвета, не пойму. Ну да ладно, в общем, кому интересно, не переключайтесь, оставайтесь со мной. Давно у меня так быстро что-то иллюстрация не двигалась. Ну, хотя я особо никогда и не спешу, просто как-то я все равно медленнее обычно раскрашиваю. Ну, значит, захотелось, соскучилась. Я, когда раньше бралась за эти раскраски, мне, конечно, хотелось красить больше маркерами, но они под маркеры не подходили. А сейчас, когда я их все почти сделала маркерными, то вот то, что осталось, иногда с удовольствием раскрашиваю фломастерами. Надо будет, возможно, еще купить таких фломастеров. У меня их много, но достаточное количество уже позаканчивалось, потому что я их покупаю не первый год. И те, что были там, не знаю, лет 5 назад куплены, вот начинают как-то так активно заканчиваться. Ну, не то, чтобы они такие долговечные, просто если ими не пользоваться, они лежат долго и не высыхают. А когда пользуетесь, конечно же, их не хватит на несколько лет, это само собой. Но я всегда по нескольку пачек беру. В общем, вот подходит к завершению. Они у меня вот здесь на столе в органайзере лежат, знаете, так, слоями. Я сейчас стараюсь снизу брать, чтобы вот то, что куплено раньше, использовать. Ну, в общем, да. Интересный процесс. Мне сейчас нужно вот чего-то такого расслабляющего, простого. И тематика прикольная. Хотя, ну, всякие сказки мне почему-то в детстве не очень нравились. Меня прям заставляли смотреть. Всегда покупали мое внимание вкусняшками, подарками. Тогда я смотрела через силу. Да, раскрашивала. Ну, вообще мне это... Иллюстрация как-то очень легко далась, я ее быстро раскрасила, ну, мне просто было в удовольствие. Но для меня это отдыхалочка, поэтому я здесь вообще никак не заморачиваюсь. Это чистый антистресс. Правда, вот здесь, наверное, я
дораскрашиваю получше, потому что не очень-то хорошо. И вот здесь вот. С обратной стороны протекло только вот тут. Все остальное нормально. Вот еще здесь маленькая точка. Но тут я как раз накосячила, и получилось, что один фломастер, потом сразу сверху другой. Поэтому, да, протекло. Еще я цвета перепутала. Я когда красила на камеру и подбирала тут синие и фиолетовые цвета, я не заметила, что здесь два синих. Один вот темно-синий, а здесь должен был быть посветлее оттенок. Ну, короче говоря, я подумала, что сейчас я возьму синий цвет, который посветлее, а в итоге почему-то закрасила все фиолетовым. Ну, как бы не страшно. Все равно здесь пестрая иллюстрация. Как есть, так и есть. Главное, отдохнула. Мне понравилось. Так, ну и, собственно, теперь я перехожу к раскраске по плану. Это «Волшебный мир Средиземья» Толкина. Мы здесь красим вместе с Оксаной. Ссылка на канал Оксаны, как всегда, под видео в конечной заставке. Так что проходите, смотрите. Мы здесь раскрашиваем по порядку. В прошлом месяце была вот эта вот иллюстрация. Ну, а сейчас будет это. В принципе, тут как бы разворот, но мы не красим разворотами. Красим именно вот просто постранично, скажем так. Так что примусь за эту иллюстрацию. Вообще, конечно, обилие серого постоянно. Я уже жду не дождусь хотя бы вот этой иллюстрации. Но это июнь, июль, а это август, и тем более это сентябрь. Это капец, конечно. А хотелось бы уже побыстрее здесь пораскрашивать, потому что серость просто достала. Я здесь использую дервенты, полихромосы, лира, и Ашан, и Фикс Прайс, и акварель Луч, и где-то Виста Артистов, и Мэджики, Манделузы. Короче, все, что только возможно, здесь использую. Ну, понятное дело, что начну я здесь с Мэджика. Тут у меня будет Ашановский карандаш. Ну и так далее, потихоньку. Так что, кому интересно, оставайтесь со мной. Сейчас покажу процесс. Как водится, начинаю с Мэджика. Куда ж без него? Обидно, что тут так мало и можно разгуляться на этой иллюстрации. И зелени как-то здесь нет. Все серое. С другой стороны, тут два персонажа. И на одном точно можно что-то яркое сделать. Ну, как-то хочется уже побольше ярких красок. Ну, вот как раз-таки, да, вот сейчас этим карандашом брюки. Хоть какое-то яркое пятно. Но там еще одежда будет. Ну вот, а здесь серость пошла. Хорошо, что у меня сейчас много разных интересных оттенков серого и светлые, и темные, такие серо-зеленые, серо-синие. Хотя бы разнообразная серость будет. Тут подложила, чтобы раскрасить получше. Приступлю. Это я просто смотрела, какую краску я использовала и чем воду красила. Ну, иногда же я могу чем-то другим раскрасить. Но смотрю, акварель, значит, луч. Хотя
Всякие там горы я могу и белые ночи использовать так аккуратно, потому что то, что с белилами, все-таки меньше проступает, если быть аккуратной, поэтому белые ночи тоже подойдут. Я в парке Ходынское поле заходила, да, вот здесь у меня такой прекрасный вид. Нашла себе местечко, но, скорее всего, перейду потом в другое место. Здесь что-то жарко очень. Но все-таки. Взяла с собой пенал с канцелярии. Это вист-артиста акварельный и берлинга пастельные. Раскраску, которую мне подарила Виолетта. Я люблю раскрашивать фламинго. Вот буду этими красить какими-нибудь. И я заходила в Леонардо магазин и абсолютно бесплатно, вот там вот магазин находится, абсолютно бесплатно мне достались три вот таких карандаша Дервент, дроуинг и графитовый, и белые ночи. Сейчас покажу. Белые ночи акварелька взяла. У меня был купон. Я его надыбала. Так, выбрала себе вот эту иллюстрацию. Буду красить. Сижу тут, отдыхаю. Удобно. Расположилась маска в цвет. Вообще все в цвет. И раскраска, и браслет. Все такое мятное. Так, теперь у меня другое место, здесь не так жарко, то есть вроде как и солнышко есть, но не такая жара. Очень здорово. Кружка тоже у меня он в любимых цветах. Это из Fix Price. Ну, у меня много разных кружек, не только из Фикса, конечно. Вот так получилось, но фон я сделаю дома, ну и подробнее расскажу. Вот, и про покупки тоже расскажу подробнее уже дома. В общем, тут Vista Artista и Берлинга. И начала еще одну иллюстрацию, тоже Берлинга и графитовый новый карандаш. Мне не терпелось попробовать, я что-то размыла вот этим вот. Значит, у меня кисточка с собой, с резервуаром для воды. Я так через раз что-то размываю, что-то так оставляю. Здесь все нормально. Вот. Сейчас буду пить кофе. Ну и, в общем-то, потихоньку собираться в Ашан. Я уже дома. Ну, вообще, приехала-то я пару часов назад, пока с собакой погуляла, пока его покормила. Там еще лайф-влог поснимала. Гуляла я очень много. Домой приехала в 11:30, так сказать, вечера. Вот. Значит, сейчас покажу подробнее о покупке. На самом деле я влог доснимаю завтра. Я хочу просто сейчас на камеру открыть акварельку. Ну, на самом деле, конечно, не обязательно, но так. Вроде бы всегда открываю на камеру, поэтому хочется посмотреть, какой цвет. А классно. У меня как раз есть жемчужная серая, и вот такой будет цвет. Супер. То, что я сначала думала, может взять жемчужную серую в запас, но потом увидела рядом вот это. Думаю, нет. А у Vista Artista там ничего новенького и интересного не было. Потом сделаю обязательно выкраску, положу в пенал. Так, вот этот вот карандаш, который графитовый, я уже показала вам, когда была в парке, что начала им раскрашивать и попробовала даже его размыть.
потому что я и не знала, что он акварельный, но только сегодня узнала, когда уже покупала, смотрела на цену, и там на ценнике было написано. Но я для интереса попробовала вот здесь размыть, а вот здесь, так, через один, не размывать. И тот и другой эффект мне понравился, потому что там, где размыто, знаете, получилось как будто это, ну, допустим, какая-то картинка в журнале, но при этом она не глянцевая. А это, наоборот, такой вот глянец. И фактура такая, текстура интересная. Понравилась. Очень довольна и потрясающий цвет. Это как раз вот тот карандаш, за которым я хотела вернуться на Новослободской в красный карандаш магазин. Но в итоге я получила бесплатно и его, и три вот эти карандаша, и здесь я там немножко доплатила. Вот. Я обещала рассказать, как я получила скидку. Ну, есть такое приложение, называется «Активный гражданин», но оно в основном-то, я так понимаю, для тех, кто живет в Москве. Я просто не знаю, можно ли пользоваться им тем, кто живет в других городах. Там нужно зарегистрироваться, можно войти через mos.ru, ну, в общем, через госуслуги, все такое. И там проходят всякие голосования и по району, и, ну, по всяким проектам. И за это дают баллы. И вот эти баллы можно обменивать на какие-то подарки, поощрения. То есть там есть всякие вещи, типа футболки, флешки, прочее с символикой активного гражданина. Можно также обменять баллы на поездки на транспорте, ну, пополнить карту «Тройка», там 1300 с чем-то баллов. Но они, кстати, недолго как-то копятся, довольно быстро, если всегда голосовать. И получить там 200 рублей на карту «Тройка». Я так уже раза три делала. В общем, в общей сложности 600 рублей у меня получилось на проезд. Это вообще просто супер. Но помимо этого, там можно и паркинг, и еще что-то, посещать музеи, всякие мероприятия. И вот также я тут обнаружила, вообще получилось странно. Я думала сначала обменять на поездки, карту «Тройка» пополнить. Стала пополнять, а мне пишут, что это невозможно, потому что у меня есть какие-то там незаписанные деньги. А я еще до этого не могла как бы банковской картой пополнить. И приходилось прям в метро пополнять. Но мне что-то все было не досуг проверить. Оказалось, там какие-то 30 рублей лежат. А в тот раз вообще 300, я что-то не поняла, откуда. Потому что, да, я посмотрела, я как-то клала и 300 рублей, понятное дело, регулярно, и 30 рублей клала. Но как бы я не могла про это забыть, потому что я пополняю, когда мне это нужно, иду и, в общем-то, сразу все это записываю через вот этот желтый такой терминал. Ну ладно, короче говоря, отменился у меня этот заказ, и я тут смотрю, что у них акция 1500 баллов, можно обменять на 500 рублей в Леонардо. Очень здорово. И там нет никаких, знаете, условий, что при какой-то покупке нет. Это как бы полноценные 500 рублей, которые вы можете потратить без всяких доплат. Просто если у вас что-то останется, то как бы это на следующий раз не переносится. Вот, если сумма покупки больше, вы просто доплачиваете на месте. Более того, этот промокод суммируется другими промокодами и даже с вашей скидкой по карте. Так что просто супер выгодно. У меня как раз скидка по карте 4,5%. И вот как раз-таки промокод на 500 рублей. Я прям довольна, потому что я как раз в каком-то из влогов показывала свои покупочки новые там карандашей, мастер-класс и еще два карандаша Dervent Color Soft. Вот эти вот.
В принципе, мне еще какие-то понравились. Я могла их купить, но я тоже, знаете, думаю всегда, что у меня же много карандашей, вот зачем их еще накупать. Но, тем не менее, мне как бы хотелось. Я думаю, ну ладно, тогда побалую себя в следующем месяце. Но в итоге я... Ну, единственное, что вот я думала, вот за этим вернусь, может быть, на следующие выходные. Но в итоге получилось, что... Мне все вот это вот досталось бесплатно, что здорово. Ну и еще два карандаша, это коричневые, значит, Браун Охра 5700 и Варм что-то такое 5550. Вот так выглядит все это. Ну, соответственно, вот этот цвет и вот этот вот охра. Красивые оттенки, они хорошо сочетаются между собой. И, в общем, моя небольшая коллекция дервентов пополнилась. Причем меня порадовало, что... Ну, как бы я уже говорила, что... Пастельные я не буду покупать, ну, по крайней мере, пока что точно. Да я вообще думаю, что не буду покупать. Watercolor мне одного достаточно, мне конкретно нравится оттенок. Ну, Color Soft'ов у меня вот уже сколько, 6 штук. А дроуингов было 2. Теперь у меня их 4, и все цвета очень классные. Вот, и появился еще графит. Наверное, я присмотрюсь еще к вот этим вот карандашам, потому что оттенки там интересные, и, может быть, еще что-то я приобрету. Но не сейчас, потому что, ну, как бы, мне уже сейчас достаточно, мой хомяк доволен, а как-нибудь при случае по каким-то акциям с удовольствием. Я еще смотрела на Inktense все-таки. У них интересные цвета, но что-то я понимаю, нет, не лежит у меня к ним пока душа никак. То есть я их и тестировала, и как бы активировала водой, но что-то вот вроде бы и красивые оттенки, а не мои карандаши. И еще я сегодня посмотрела угольные карандаши Dervent. Там совершенно потрясающие оттенки, но... Надо посмотреть, как ими еще пользоваться, потому что я как бы так, ну, попробовала их там на бумаге и провела пальцем, естественно, что они растираются. Поэтому все-таки, наверное, это вряд ли для раскрасок, хотя вообще я сейчас вот так вот думаю, наверное, нужно было взять там один оттенок, мне понравился. Ну, в общем, как-нибудь при случае, при удобном, при какой-нибудь акции, я, наверное, возьму, потому что, когда раскрашиваешь всякие там вот эти горы, скалы, один оттенок, он прям был такой классный, и даже если его вот нанести и немножко растереть, это будет вообще самое то. Вот, поэтому на будущее это, конечно, учту. А вот если я когда-нибудь захочу акварельные... пастельные карандаши, то, наверное, я возьму Creta Color. Потому что я сегодня их потестировала, я вообще в полном восторге, они потрясающие. Но просто не стала их брать, потому что, ну, пока я не знаю, куда их использовать. Так что вот. Ну и, наверное, уже тогда сейчас все-таки надо попробовать... хоть на вот такой бумаге, но все равно размыть. Хотя почему на такой? Надо взять альбом и попробовать, как будет выглядеть вот этот цвет вообще. Ну, он вообще классный. Супер. И он с жемчужным будет хорошо сочетаться. Ну, красота вообще. В общем, был сделан правильный выбор. Ну и давайте я еще размою вот этот. Вот он прям мягкий-мягкий карандаш. Обалденный.
И он уже и так красиво смотрится. Так. Нет, что-то я плохо кисточку помыла сейчас. Хорошо ее помыть. Вот, теперь нормально. Вот. Какой становится оттенок. Прям вообще совсем другой. Ну, я не знаю, как бы там написано, что это акварельные карандаши, но, честно говоря, я не знаю, акварельные они считаются или просто водоразмываемые, но неважно. Главное, что они очень-очень классные. Что все-таки, как по мне, так они скорее водоразмываемые. Но я в этом, честно говоря, не очень разбираюсь. Хотя нет, но они как бы вот растягивается цвет-то. Может, и правда акварельные. Трудно сказать. Но цвет очень красивый, и он будет абсолютно точно востребован. Вот мне недавно как раз, наверное, такого цвета и не хватало. Ну и давайте вот эти. Но это, понятное дело, не акварельные, просто покажу, до какой степени они мягкие, классные. Вообще ими раскрашивать будет одно удовольствие. Я еще выбирала, вот Color Soft я сегодня не взяла, потому что я засомневалась с оттенками, я забыла выкраску с собой взять. И я посмотрела вот на... А, я еще дроинг вот чуть не перепутала, этот Crack Green. Я думаю, взять, что ли, такое красивое. Потом думаю, название знакомое, возможно, есть. Ну и Color Soft я так посмотрела, думаю, может быть, вот в пару хотела к этому лавандовому взять. Какой-то другой оттенок лавандовый, но... Я подумала, что я к нему из своих любых других карандашей что-то подберу, пока в этом нет необходимости. Еще смотрела на песочный вот этот Light Sand. У меня были какие-то сомнения. Ну, кстати, если бы я даже что-то и повторила по ошибке, мне бы нисколько не было обидно, потому как вот эти все карандаши, здесь нет ни одного лишнего цвета, то есть они все использоваться будут и, конечно же, потом повторяться. Но в любом случае они у меня даже наполовину не сточены, поэтому, конечно, хотелось бы что-то новенького. Поэтому вот взяла. Ну и вот эта иллюстрация, я завтра уже сделаю здесь какой-нибудь фон, скорее всего, пастелью. Ну, я вот здесь вот частично пробовала размывать. Еще вот этот как раз-таки графитовый размыла, здесь его не стала размывать. Тут тоже вот виста артиста. Так, здесь полностью, здесь где-то частично размывала. Ну, в общем, баловалась. Ну, а это пастельные Берлинга. Мне понравилось, в общем-то, как получилось. Такая яркая иллюстрация. Раскрашивала с огромным удовольствием. Ну, и вот надо будет эту дораскрашивать. Но это уже как бы завтра. Сейчас достаточно поздно. У нас уже начинает, на самом деле, светать. Но у нас особо-то и темно не было, потому что я с собакой пол первого ночи выходила. Небо довольно-таки такое было. Не темное. Хотя, может быть, это связано с тем, что у нас сейчас освещение как-то стали в ночи приглушать. Может быть, это связано с вот этими ограничениями, чтобы народ не тусил. Вот. Достала свою коробочку с акварелью. Вот у меня получилось, что белые ночи здесь и вот здесь вот. Ну, какую-нибудь краску я отсюда достану. Наверное, переложу сюда, чтобы белые ночи все-таки в одной коробке лежали. Вот. Ну и эту заменю, потому что у меня здесь отломалась крышка. Это у меня из-под ногтей
из-под типсов. Но у меня есть и большая коробка, но этим я уже, наверное, завтра займусь. Хочу, чтобы серые прям где-нибудь рядышком были. Не, ну хотя не обязательно, можно и здесь положить, посмотрим. Тоже я вроде как вот сюда все понаклеила, теперь придется все это отклеивать. Ну, ладно, придумаю что-нибудь такое. Как выйти из положения? Хотя мне кажется, что вот виста артиста я всю переложила сюда. Здесь вроде бы как только гамма осталась. Тоже хотелось бы, чтобы она в этой коробочке лежала. Ну ладно, разберемся. А может быть, даже я переложу «Белые ночи» вот в такую отдельную коробку, потому что у меня сейчас 12 цветов и здесь 12 ячеек. И будет чисто под «Белые ночи» и здесь под все остальные краски. Тоже как вариант. Они сюда поместятся, интересно? Или не поместятся? А, отлично, еще даже свободно будет. В общем, будет мне завтра чем заняться. В каком-нибудь влоге я вам обязательно это все покажу. Ну, а это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Заходите в мой инстаграм 3 семерки рыжая 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр. Желаю вам здоровья, хорошего настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи. Пока-пока.